ребятушки, уже немножко, и мы приближаемся к Ялта-Интурист, той самой гостинице. Сейчас мы уже находимся на территории самой Ялты-Интурист. Как всегда, при входе на каждый пляж нас встречают кафетерии, кафе различные с разнообразным ассортиментом товаров и услуг на любой вкус. Людей здесь не так уж много на предыдущих пляжах. Персонал сидит, скучает. Туристов еще, наверное, не так уж много, чтобы у них была работа. Опять же видим, что все строится, делается, ремонтируется, приводится в порядок. Пойдем дальше, посмотрим на саму Ялту-Интурист, поднимемся вверх. Ребята, прошли мы немножко поворот, саму лестницу наверх. Но посмотрите на эти виды, как я мог не снять, как я мог их не показать вам. Это просто не передать, это все нужно просто видеть своими глазами. Это все территория Ялты-Интурист. Вот такие шикарные виды отсюда открываются. Кто? Я пищу должен быть. А то есть я по-твоему алкоголик. А я пьющий? Нет. Смотришь, давай ты начнешь переснуть. Так, а один это ты кто? Я хотел тебя пошутить, сказать, что надо нам подниматься туда, вдоль забора. Да, ребята, прошли мы какие-то буквально метров 50 вверх. Я хочу вам сказать, что это прогулка не для ленивых. Здесь нужна, так сказать, специальная подготовка, потому что подниматься довольно-таки высоко и довольно-таки трудно. Утром так пробежаться пару раз туда-сюда заменит отличную кардиотренировку. Но ничего, мы держимся. Осталось совсем немного. Где-то там уже виднеется дорожный знак. А значит, там уже есть дорога, которая ведет на Ялту-Интурист. И вот, ребята, мы уже на финишной прямой. Вот там наверху та самая Ялта-Интурист. Сейчас мы попробуем еще найти к ней дорогу, подойти еще поближе. Но я скажу, добраться от пляжа сюда, это было испытание не самое легкое. В общем, ребятки, тут такое дело, мы посовещались и подумали все-таки не двигаться этой дорогой без пешеходного перехода, без всякого, без тротуара пешеходного на самый верх. Так здесь проезжают различные автомобили, и это не есть совсем самое безопасное. В общем, фактически мы дошли до самого верха, немножко посмотрели саму Ялту-Интурист. Преодолели эту дистанцию вверх и пойдем посмотрим на разваливающийся корпус в пансионате «Актер», в который были вложены огромнейшие деньги, тот самый, о котором я вам немножко ранее рассказывал, и пойдем посмотрим вторую часть набережной Ялты-Интурист.